Shalom, sami visoki Bog e Christos blagoslavit vas. Sivonia, o nas nova yatema. Dien Valentina. Dien Valentina. Eu em inglês como Valentine's Day. O nas apredelenia na internet. Все люди сегодня сказали, День Валентина – это время, когда люди проявляют чувство любви. Чувство любви, привязанности и дружбы. Это день, когда мы показываем или мы проявляем любви, дружбы и привязанности. E, como dizer, privezanosti. Não. Na Bíblia, nós não temos festival ou праздник. Откуда это праздник? Это от остальных людей или народов. Это не израильского праздника. Вообще. Никогда в Библии вы можете читать об этом. Но я знаю, сегодня есть все церковь отмечают это праздник. Но христианские церкви, они все отмечают это праздник. Но никогда наш Бог сказал, что мы можем это отмечать. Мы должны показывать любви каждый день, не только один день. Наш Бог сказал нас, как мы можем это делать. Давай сейчас мы открываем книгу 1 Иоанна, глава 4. Глава 4, стих 20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжет. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Если вы сказали, я люблю мой Бог, а ты или вы ненавидите ваши соседи. Как вы можете сказать, что вы любите Бог, если вы не любите твой брат или сестра Израиля люди? Как это возможно? Но, сейчас мы будем читать от Библии определение любовь. Сейчас мы открываем книга 2 Иоанна, 2 Джон, глава 1, стих 6. Любовь уже состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Еще раз. Любовь уже состоит в том, чтобы мы поступали по заповеди Его. Еще раз. Любовь уже состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Это тоже эта заповедь, когда мы были в пустыне, мы получали через Моисея, его пророк. Когда мы соблюдаем эти все заповеди,
это как мы показываем наш Бог любовь. А тоже от этого заповедь мы можем узнавать, как показывать любовь к нашим соседям, нашим людям. Любовь, наш Бог, любовь, это не когда вы просто трахаете с девушкой, твоей девушкой или твоей парой. Это не наш Бог, любовь. Это мерзость перед Его лицом. Для Его любовь – это когда вы соблюдаете Его заповеди. Потому что на Его заповеди Он сказал, что вы должны быть в браке с мужчином или женщиной. А потом вы можете с ним заниматься сексом, что будет потом дети. Или заниматься сексом, как хотите. Но если просто это мой парень, это моя девушка, нет, это не любовь. Это грех перед нашим Богом лицом. Он не любит это. День Валентина. Когда мы отмечаем это фестиваль, что мы делаем? Мы поклоняем другой Бог. Еще раз, мы поклоняем другой Бог. День Валентина – это не израильская культура, это не наша традиция вообще. Никогда вы можете об этом читать в Библии. Час мы открываем. Книга Исход, глава 20, стих 3. Книга Исход, глава 20, стих 3. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Еще раз. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. У нас только один Бог. А мы, если мы любим Его, как мы говорим каждый день, христианские люди, должны только делать все Его заповеди. Отмечайте только Его праздники. Не человеческие праздники. Только Его праздники. Мы увидим эти все на Его заповеди или законе. Еще раз. Исход, глава 20, стих 3. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. Почему? Давай мы открываем. Книга Псалм, глава 96, стих 5. Книга Псалтир, или Псалм, глава 96, стих 5. Ибо все боги народов – идолы. Еще раз. Ибо все боги народов – идолы. Остальные люди – Бог, они все идолы. Они все идолы. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.